Откуда берутся клопы, расскажу в этом видео. Клопы – это мелкие вредители, питающиеся кровью человека. Расскажу про три основные причины попадания постельных клопов к вам в квартиру. Первый, самый распространенный случай попадания клопов в квартиру – это когда соседняя квартира является очагом распространения насекомых. Тогда клопы попадают к вам через вентиляцию и перекрытие. Второй случай – это когда вы покупаете новую мебель в магазине. На складе этого магазина живут и распространяются клопы. После покупки дивана или кровати клопы переезжают со склада к вам в квартиру. И третий, не менее распространенный случай – это когда вы ездите в путешествие, останавливаетесь в хостелах, в гостиницах, в отелях. В этих отелях есть насекомые, клопы. Они попадают к вам в багаж, и вместе с багажом, когда вы возвращаетесь домой, они приезжают вместе с вами.